Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Гранты самарского любительского баскетбола разыграли главный приз сезона – Кубок Генриха Приматова. Заслуженный тренер СССР в 1976 году создал в Куйбышеве профессиональный клуб «Строители», успешно выступал в чемпионате страны. Это вдохновляло на занятия спортом и любителей. Сегодня за Кубок Приматова сражаются 10 команд высшей лиги. Каждым годом турнир, мне кажется, интереснее и интереснее становится. И в этом году такой непростой, интересные игры было много. Игроки выкладывались на площадке. Ну, мне кажется, турнир удался. За третье место сражались бронзовые призеры турнира прошлых лет «Сияние» и «Самара-Нефтегаз». На этот раз удача улыбнулась «Сиянию» благодаря мастерской игре Владимира Окорокова и Никиты Васильева. Мы хорошо сыграли в защите, в нападении. Выполнили установку тренера и как бы сыграли действительно командой. Поэтому получился такой хороший результат, что мы заняли третье место. Гран-при разыграли лидеры любительского баскетбола в Самаре, команды КНПЗ и СМП. Нефтяники сражались достойно, но по классу все же уступили более опытному сопернику. СМП победил со счетом 79-57 и второй год подряд забрал Кубок Приматова. Чемпионство всегда это приятно, это хорошее чувство, хорошие эмоции. Это хорошая работа с хорошей командой. Победили чемпионы. Ну что может быть лучше? По итогам турнира сформировали символическую пятерку, а лучшие игроки получили индивидуальные призы. Самым ценным баскетболистом Кубка Приматова в этом году стал Сергей Демешкин из «Самара Металлопласт». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!